Редько Виктор Викторович. Из психушки я вышел вчерася. Был я там 5 дней. Мама вчерась приехала и забрала меня. Вот и все. Сейчас что ты в лесу делаешь? Сейчас я в лесу, я в магазин ходил. Сюда вот. Все, оттуда я со стороны изумруда я шел. Увидал верхушку, все, подошел, поджег. Машины две подъехали, что, говорит, поджигаешь? Я говорю, делать нечего, говорю. Я говорю, сон, сейчас постою здесь, подожду. Все равно потухнет. Все, я только ушел в магазин. Обратно машина уже едет оттуда. А все, еще лес, говорит, горит. Вот и все. Дальше. Что дальше? Все. Дальше собираешься еще поджигать что-то? Да. Да. Для чего? Мания у меня такая. Дома я не поджигаю, просто леса и все. Такие ненужные. И все. Почему ты решил, что леса здесь не нужны, и кто тебе разрешил жечь? Ну, они же обвалились корнями, ветром-то. Сухие. Все, я взял и поджигаю всегда. И ухожу. Меня никто не видит, только вот сегодня меня такого увидали. И все. Понял? И все. Я не отрицаю.